Слушайте главные новости Украины и мира. Узнаете в подробностях. Я Екатерина Лысенко. Здравствуйте. И сегодня в выпуске. Завизировано. В Страсбурге подписали соглашение о безвизе с ЕС. Когда для украинцев откроют европейские границы? Санкции в бан. Как сайты умудряются обойти ограничения СНБО и сколько продлится запрет на программы? Военно-педагогический скандал. Как во Львовской области солдат перевоспитывали? Президентская утечка. Американские СМИ выяснили, какие секреты Трамп выдал Лаврову. Чем это грозит? Украина с безвизом. Сегодня в Страсбурге подписано соглашение о визовой либерализации между Украиной и Евросоюзом. Подпись под документом поставил президент Европарламента и министр внутренних дел Мальты, которая сейчас председательствует в Совете ЕС. На церемонии присутствовал и президент Украины. Об историческом решении, которого долго ждали украинцы, и о том, чего взамен ждут европейцы. Алексей Пшеминский, он следил за событиями в Страсбурге. Журналисты и телеоператоры в ожидании. Тем временем за трибунами, где будут выступать гости, поправляют флаги. Через несколько минут здесь зачитают решение, к которому Украина шла долгие годы. Вскоре появляются президент Порошенко и глава Европарламента Таяни. Несколько секунд, и документ подписан. Новое правило – это хороший сигнал для вашей страны, очень проевропейской. И мы должны работать сообща ради мира и стабильности. Нам известно, что ситуация непростая, и поэтому нужно много работать. Мы поддерживаем вас, но нам нужна и ваша поддержка. Мы также должны работать для реализации Минских соглашений. Визовая либерализация – исторический момент для Украины и всей Европы, отметил Петр Порошенко и пообещал, без виз не будет означать прекращение реформ. Украина возвращается в европейскую семью и окончательно прощается с Советской и Российской империей. Наша страна решительно настроена проводить реформы. Только ради визовой либерализации мы приняли 144 закона. Война не повод не проводить реформы, и мы будем продолжать. Мы высоко оцениваем поддержку ЕС в это нелегкое время. Теперь в ЕС будут ждать от Украины более высоких темпов преобразований и борьбы с коррупцией, уверены в украинской оппозиции. Безвизовый режим, безусловно, положительный процесс. Но здесь, в Страсбурге, политики подчеркивают, что рассматривают его как своеобразный аванс для Украины. И ждут от нас не только там, радостных возгласов и победных реляций, но и конкретных шагов. И это самое главное. Установление мира, развитие и восстановление экономики. Для того, чтобы этим безвизом могли пользоваться люди. Сегодня для 90% украинцев он просто бессмысленен. Если Украина забуксует с реформами, у ЕС есть механизм, который позволит приостановить действие безвиза. Однако сначала он должен вступить в силу. Это произойдет после официальной публикации в издании Европарламента. Из Страсбурга Алексей Пшеминский, Иван Ермаков. Подробности телеканал Интер. Алексей Пшеминский сейчас с нами на связи, и у него мы сможем узнать, когда же вступит в силу безвизовый режим и каковы условия для украинцев. Леш, здравствуй, расскажи, известны ли уже точные даты? Тебе слово. Добрый вечер. Да, скажу, дата уже известна. После сегодняшнего финального подписания этого документа он будет завтра опубликован в официальном вестнике Европарламента. И после этого вступит в силу ровно через 20 дней. А это означает, что безвиз для украинцев начнет действовать в ночь с 10 на 11 июня. А эту дату нам подтвердил и замглавы администрации президента Константин Елисеев, что именно 11 июня с 11 июня украинцы смогут ездить в Европу без виз. Отмечу, что он, конечно же, назвал это большим достижением, однако, по словам Елисеева, без виз это лишь начало интеграции Украины в Евросоюз. Ми тільки на початку шляху, тому що надалі у нас мета – це забезпечити право наших громадян не тільки подорожувати з туристичною метою, але і можливість навчатися, стажуватися і робити бізнес. Ми маємо не зупинятися на цьому, бо у нас ще попереду багато завдань в плані європейської інтеграції, адже, ви знаєте, мету інтеграції до Європейського Союзу ніхто не знімав.
Ну, конечно, наверное, то, что всех интересует, в первую очередь, как же можно будет пользоваться вот этой визовой либерализацией. Ну, собственно, правило Шенгена безвиз не отменяет. А для того, чтобы поехать в Европу без визы, нужен будет биометрический паспорт. Но, тем не менее, пограничники смогут потребовать билеты, брони отелей или, например, выписку из банка. Ну и, конечно же, безвиз не дает права на работу. Но скажу вот то, о чем сегодня много здесь говорили в Страсбурге, это, конечно же, что вот такое достижение для Украины долгожданное не должно стать концом реформ. И если Украина не будет проводить преобразование, не будет бороться с коррупцией, не будет защищать свободу слова, на этот случай в Европе приняли так называемый механизм приостановки безвиза, и его смогут в таком случае задействовать. Но, конечно же, скажу, что пока что все ждут 11 числа, ну а для Украины следующей большой датой станет саммит Украина-ЕС, который пройдет в этом году в Киеве, и его даты будут известны уже в ближайшие дни. Студия. Леш, спасибо тебе за важные детали. Это был Алексей Пшемынский из Страсбурга с последними новостями о подписании, церемонии подписания соглашения о безвизовом режиме. И о реформах. В Кабмине сегодня презентовали проект наиболее дискуссионной пенсионной реформы. О том, сколько составят выплаты и будет ли увеличен пенсионный возраст, мы расскажем во второй части выпуска. А пока о последних санкциях СНБО. Сегодня указ президента о блокировании российских IT-компаний, ресурсов и соцсетей, среди которых популярные ВКонтакте и Одноклассники, опубликован в газете «Урядовый курьер». А значит, он вступил в силу. Некоторые провайдеры уже начали ограничивать доступ к контенту, а российские сайты рассылать пользователям шпаргалки, как об IT-бан. Все подробности у Александра Васильченко. Публикация указа в газете «Урядовый курьер» дает зеленый свет провайдерам для блокирования российского контента. Многие начали подготовку еще со вчерашнего дня. В компании самого крупного провайдера страны «Укртелекоме» говорят, их абоненты ощутят изменения в работе уже в ближайшие два дня. Физичный початок блокирования, думаю, мы сможем відчути приблизно за добу, за дві, тобто завтра, післязавтра. В целом, на весь процесс, мы считаем, будет потребен тиждень. Нежелающих блокировать запрещенные сайты будут штрафовать. Об этом уже сообщили в Нацкомиссии, которая осуществляет госрегулирование в сфере связи и информатизации. Но не все компании смогут ограничить доступ, считают в ассоциации интернет-провайдеров. Мелкие и средние вынуждены будут покупать контент по завышенной цене, что впоследствии скажется на стоимости интернета. Ті оператори, які не маленькі, там середні, які не будуть мати технічної можливості щось блокувати, вони скоріш за все підуть до великих операторів, будуть змушені купувати трафік у них, трафік, який вже буде фільтруватися чи блокуватися на якомусь певному рівні. Але вартість цього трафіку буде значно вища. Тем временем сайты, попавшие в санкционный список, уже рассылают своим пользователям инструкции, как обойти ограничения и блокировки. К примеру, соцсети ВКонтакте или Одноклассники буквально все объясняют на пальцах. А вот бухгалтерская программа 1С, которой пользуются практически все предприятия нашей страны, пока еще будет работать. В СБУ объясняют, по контракту 1С доработает до конца года. После компания не сможет участвовать в гостендерах, но полностью на территории Украины ее заблокировать не смогут. Насправді ніякого Служба безпеки України не має жодних питань до приватного сектору, який діє законно на законних підставах. І з приводу програми 1С ніхто ні до кого приходити не буде, тому що ми розуміємо, що це приватна справа. В СНБО признають на повну блокировку всіх сайтів і не розраховують. Тим не менше, убитки російських компаній становлять кілька мільярдів рублей. Російське програмне забезпечення прежде всего предоставляют возможность потенциальную несанкционированного доступа к информации, возможность нанесения вреда целостности, доступности, полноте информации. Это один аспект, чисто связанный с кибербезопасностью. Второй аспект, извините, четвертый год идет необъявленная война. Мы не можем себе позволить финансировать, особенно за деньги государственного бюджета, а государственный бюджет тратит ежегодно до миллиарда гривен на закупку российского оборонного обеспечения, на финансирование страны-агрессора. Санкции СНБО прокомментировал и президент Украины. По мнению главы государства, ограничения могут пересмотреть. Наши відповідні структури ретельно будуть займатися щодо імплементації зазначеного рішення. Я можу наголосити, що одразу ж після припинення російської агресії проти України, одразу ж коли останній російський солдат
покине суверенну і незалежну територію України, ми будемо готові до перегляду цього рішення. Провайдери прогнозують, заблокувати російський контент вийде не раніше, ніж через 2 тижні. Олександр Васильченко, Богдан Вербицький, Нікіта Ісайка. Подробності телеканал «Інтер». Блокирование сайтов и соцсетей в Украине вызвало неоднозначную реакцию в мире. Генеральный секретарь Совета Европы Торбьерн Ягланд считает, что это противоречит принципам свободы слова. Солидарна с ЕС и международная правозащитная организация Human Rights Watch. Там назвали такой шаг атакой на право получения информации. Обеспокоенность высказали и в Германии. Официальный представитель немецкого МИДа Мартин Шефен заявил, что подобные санкции не соответствуют европейским ценностям. А вот в НАТО, наоборот, согласны с позицией Киева. В Альянсе считают, это вопрос национальной безопасности, а не свободы слова. Украина не единственная страна, где решили ограничить доступ к соцсетям, разработанным другими государствами. Такая практика характерна для Ирана, коммунистических Китая и Северной Кореи. Фейсбук, Твиттер, Ютуб и даже Википедия там под запретом. В некоторых других странах, Турции, Египте, Саудовской Аравии и Вьетнаме, соцсети тщательно контролируют и блокируют периодически. Если сочтут, что размещенная там информация противоречит закону или не соответствует моральным устоям. Но спустя некоторое время запреты снимают. Впрочем, в Украине и некоторые министры практикуют запрет на информацию о себе. Причем вопреки закону. Так, глава МВД Арсен Аваков отказался обнародовать даты своего отпуска. Об этом сообщают украинские новини. На официальный запрос информагентства в ведомстве ответили, опасаясь за жизнь шефа и учитывая проведение в стране антитеррористической операции, МВД отказывается публиковать, когда Аваков находится в отпуске. В украинских новинах пошерстили статистику и установили, это первый случай, когда чиновник высшего ранга скрывает свое местонахождение и отсутствие на рабочем месте, мотивируя военной ситуацией в государстве. И кроме того, это грубое нарушение закона Украины о доступе к публичной информации. Взрыв в кафе на Закарпатье. Демобилизированный участник АТО бросил в баре гранату. Поссорившись с персоналом заведения, он таким образом решил отомстить. Подробнее в нашем материале. Эти фото сделаны в селе Косовская Поляна Раховского района. В местное кафе ночью бросили гранату. Взрыв разрушил стену и повредил мебель. На полу следы крови, осколками ранило одного из гостей. Причиной инцидента стал конфликт между сотрудницей кафе и посетителем, демобилизованным участником АТО. Працівниця цього закладу попросила одного з відвідувачів його покинути, оскільки вже був пізній час і пора було закриватися. Чоловік висловив своє незадоволення, але тим не менше покинув приміщення. Через деякий час повернувся, постукав у вікно, а потім жбурнув у вікно вибуховий пристрій. На сайте главы области Геннадия Москаля появилась информация о гранатометателе. Мужчине 45 лет, мобилизован 2 года назад. Официально безработный, в селе у него репутация задиры. В 90-м году, когда он был призван в радянскую армию, тоже был инцидент. У него криминальный злочин с использованием оружия. Он расстрелял караул в армии, несколько людей загинуло. Он 10 лет отсидел в вязнице. То есть это было... Підстава, пряма підстава для того, щоб його не можна було мобілізувати у Збройні сили після гранати, яка вибухнула РГД. За попередніми даними, він привіз її звідти з зони бойових дій. Руководитель организации ветеранов АТО Николай Марчишак подтверждает, 3 года назад в регионе военную форму надевали все, кто добровольно шел на службу. Дехто раніше судимий, дехто скривався від слідства, будучи в зоні АТО. Ну, такої інформації є багато. Проблема в тому, що на державному рівні немає психологічної реабілітації учасників АТО. АТОшника, который бросил гранату, задержали. Ему грозит до 15 лет тюрьмы. В результате взрыва в кафе был ранен мужчина. Он сейчас в больнице. За последнюю неделю это уже не первый подобный случай. Вчера 2 гранаты взорвались во дворе частного дома в Мукачеве. А 9 мая гранату метнули в жилой дом. Виновных пока не нашли. Марина Ковальчук, Ковалев. Подробности телеканал «Интер». Закарпатская область. Скандал на Яворовском военном полигоне во Львовской области. Несколько солдат утверждают, их избил командир. Сам он отмалчивается, а вот его начальство поясняет, дескать, так лечили молодежь от наркозависимости. Все подробности узнавала Галина Якушка. Палками, книжками, прям в голову, по затылку бил. Молотками. Там молотками хотел пальцы поотбивать. Никто
Под повязкой у Дмитрия Петрова две резаные раны. У Анатолия лизогубы, и Анатолия Квитковского огромные гематомы на теле. Парни рассказывают, так их разукрасил командир взвода Юрий Петришин. Вы вот такую фуражку отдели. Сказали натянуть. Взяли три книжки. И два раза вкрили. По голове. Потом сразу кровь, естественно, пішла. Ну, вы бачите, что... Это произошло в понедельник вечером на территории одной из воинских частей. Мужчина рассказывает, они вернулись из магазина, где покупали продукты. Командир пригласил их к себе в кабинет. Подозревал в том, что мы употребляем марихуану. Видите ли, в том, что ему у нас в чипке сказали, что мы едим много сладкого. Он говорил, что ему не составит труда найти один патрон, чтобы вставить назад в магазин. Ну, он грозился прострелить коленную чашечку. Ветеранов АТО, которые проходили учения в части, шокировал вид избитых солдат, и они решили вынести ссор из избы. Мы ждем там смену, нормальную смену, они их тут калечат, да и все. Пообщаться с Юрием Петришиным нам не удалось, на телефонные звонки он не отвечает. Сегодня его отстранили от командования взводом и назначили служебную проверку. Своим коллегам Петришин ситуацию объяснил так, дескать, солдаты были под действием наркотиков. Это неадекватная поведенка, это характерный запах. Неупевнена хода, ну, звичайні ознаки сп'яніння, чи наркотичного, чи алкогольного. За межами наметового містечка було виявлено два пристрої для куріння канабісу. Был ли наркотик в крови у солдат, покажет медицинская экспертиза. Действительно ли Петришин побил троих военнослужащих, уже выясняют в прокуратуре. Там открыли уголовное производство по факту превышения служебных полномочий. Не зрозуміло, хто, чи було взагалі це марихуана. Якщо було виявлено такий факт, то треба було свідувати цих медпункт, завести даних військовослужбовців, встановити, чи вони алкогольного сп'яніння, чи наркотичного сп'яніння, і далі повідомити командування військової частини. Впрочем, в прокуратуре не исключают, солдаты могли оклеветать командира, а побои – результат драки со служивцами. Из собственных источников нам удалось узнать, наркотики на Яворовский полигон могли принести контрактники. Одного из таких дилеров накануне вычислили и отстранили. Командиру Петришину, если его вину докажут, грозит до 10 лет тюрьмы за превышение служебных полномочий. А пострадавшие солдаты все же намерены продолжать службу, но уже в другой воинской части. Галина Якушко, Юрій Голубінка. Подробності. Телеканал «Інтер». Львовська область. В Прикарпатті на взятки в 10 тисяч гривен попався командир воїнської частини, розположеної в поселке Делятин. Ці гроші підполковник потребував від майбутнього солдата-контрактника. Взамін обіцяв не направляти його в зону АТО, а обезпечити службу в тилу. Правоохранители задержали коррупционера сразу после получения им всей суммы. Сейчас офицеру готовят подозрения и будут избирать меру пресечения. Затримування його відбувалось в одному з кафе в центрі міста. Він, так би мовити, не ганьблючись цього, брав гроші за столиком відкрито. Після цього він був відразу затриманий працівниками, нашими оперативними працівниками. Під час проведення слідчих дій грошові кошти в нього були вилучені. А в зоні АТО бойовики сьогодні 30 разів обстрілювали наші позиції. Двоє українських воєнних ранені. В частності, бої не прекращаються на маріупольському направлінні. Противник використовує бронетехніку, міномети, крупнокаліберні пулемети і гранатомети. Однак, в останнє час избегає прямих атак. Подробніше з лінії огня Руслан Сміщук. Акуратніше міна. Въезжая в Широкино, лучше смотреть в оба. Из асфальта до сих пор торчат неразорвавшиеся мины. По разгромленным артиллерией улицам нас ведут на передовые позиции, уже за Широкино. Повсюду воронки от мин и снарядов, блиндажи боевиков в зоне прямой видимости. Впрочем, в последнее время они от лобовых атак воздерживаются. Несколько раз получили достойный ответ от морпехов. Они поняли, что не могут сейчас так прощупать, вони артой щупають нас. В русло позиційної війни повертаються. Якщо до цього були і прориви ДРГ, питалися, і піхота, до майських вони там щось питалися, після майських зараз чиста артилерія і здаліка стрілкотня. Обстрелы происходят преимущественно в темное время. Периодически противник использует бронетехнику. Сегодня, например, по окопам била вражеская бронемашина пехоты. Беха работала ихняя. ДШК. Ну, мы так, мы сильно не отвечали. По укрытиям и все. Больше вечером начинают они работать. Угу. А так все, ну, днем тишина.
Пока работаем на позициях, начинается ливень. Уже подсохшая земля опять насыщается влагой. Сырость, между прочим, враг едва ли не страшнее боевиков. Дороги становятся труднопроходимыми, в окопах жидкое месиво. Это психологически давит на бойцов, но морпехи держатся. Да, важко. Важко і окопи проводити, окопи копати, важко і в багнюці порпатись інколи, коли потрібно обладнати позиції. Але нічого, копаємо далі. Впрочем, синоптики прогнозируют улучшение погодных условий уже в ближайшие дни, а значит, морпехам станет легче. Руслан Смещук, Диана Клочко, Вадим Ревун и Евгений Малярчук. Подробности телеканал Интер. К Роману Сущенко, украинскому журналисту, арестованному в Москве, не пустили адвоката. Попасть к нему в СИЗО Лефортово не смог правозащитник Марк Фейгин. Произошло это накануне рассмотрения судом жалобы на продление ареста Сущенко. Об этом юрист написал на своей странице в Твиттере. Там же сообщил, что на завтрашнем заседании будет запрещена любая видеосъемка, даже протокольная. Напомню, Романа Сущенко задержали в Москве еще в сентябре прошлого года. Его подозревают в шпионаже. Ошибка ценой в должность. Президент Трамп оказался в центре самого громкого с момента его избрания скандала. Что он на самом деле сказал Лаврову, чего теперь требует Конгресс и почему пресса заговорила об импичменте? Дмитрий Анопченко следит за ситуацией. Уже не тайна. NBC News выяснил, что именно Дональд Трамп рассказал российскому министру иностранных дел. Оказалось, действительно предупредил о планах террористов Исламского государства организовать теракт на борту самолета. Устроить взрыв хотели при помощи ноутбука, вмонтировав бомбу в его корпус. В аэропортах с устаревшими сканерами безопасности такую угрозу могли и не заметить. Об этих планах узнал израильский агент, внедрившийся к исламистам. И теперь его жизни угрожает опасность. Конгресс теперь действует жестко. Сенатский комитет по разведке потребовал немедленно предоставить ему все документы по встрече Трампа с Лавровым. В том числе даже рабочие записи, которые могли вести участники этих переговоров. Ну а три десятка конгрессменов-демократов уже написали официальное письмо. Требуют начала расследования. Поводом для этого стали и последние события, и возможные связи команды президента с Россией. Формулировка «требуем провести расследование» являются ли Трамп и другие высокопоставленные чиновники участниками сговора, призванного воспрепятствовать выяснению обстоятельств. Этот президент должен проявлять дисциплину, когда разговаривает с другими лидерами. Секретная информация, важная для нас безопасности, не может быть передана тем, кто не разделяет наш образ жизни. CNBC в своих заголовках даже использует понятие «государственный переворот». Сообщают, цитирую, «скандал вокруг встречи с Лавровым имеет целью отстранение президента от власти». Инициатором телеканал считает кого-то из окружения Трампа или, скорее, влиятельных конгрессменов из силовых комитетов Сената. Но ведь ошибка или самонадеянность по Конституции Соединенных Штатов вовсе не могут быть основанием для импичмента. А могут измена родине, получение взятки, а также серьезнейшие должностные преступления, факт которых должен официально подтвердить Конгресс. Вот почему противники Трампа, демократы, всеми силами сейчас пытаются начать расследование лично против президента. А еще, как выяснил Fox News, планируют потратить $1 миллион на создание оппозиции президенту. И в июне начнут акцию по всей Америке под лозунгом «Лето сопротивления». Команда Трампа все это время пытается оправдываться. Дескать, президент, как главнокомандующий, имеет право рассекречивать любую информацию. Да, у нас очень успешная встреча с российским министром была о нашей борьбе против ИГИЛ. Но противники Трампа настроены серьезно, а последствия ни одна, ни другая команда до конца просчитать, похоже, не может. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала Интер. Бельгия, Франция, Нидерланды, а теперь и Австрия. Парламент этой страны запретил ношение бурки в общественных местах. Почему и что грозит нарушителям, расскажет Татьяна Лагунова. Бурка и никап под запретом. Появляться в общественных местах в Австрии с полностью закрытым лицом вскоре будет запрещено. Такое решение принял парламент страны и ввел наказание для нарушительниц. Их будут штрафовать на 150 евро. Нововведение вступит в силу в октябре нынешнего года.
Этот закон – часть так называемого интеграционного пакета, который утвердили австрийские депутаты. Кроме запрета на ношение бурки в общественных местах, он также не разрешает бесплатно раздавать на улицах Коран и обязывает всех беженцев, которые получили убежище, пройти годичные курсы. Там их будут учить немецкому языку и рассказывать о ценностях австрийского общества. Интеграционные нововведения влетят в бюджет у страны в копеечку. На них планируют выделить 200 миллионов евро в год. Запрет на ношение бурки в общественных местах обсуждают и в Германии. Его поддерживают ведущие политики страны, среди которых министр внутренних дел и канцлер Ангела Меркель. Правда, пока только на словах. Сейчас в Германии действует закон, частично запрещающий ношение уборов, которые полностью закрывают лицо. Бурку и никаб нельзя носить госслужащим, судьям и солдатам, когда они находятся на рабочем месте. Татьяна Лугунова, Павел Лысенко. Подробности немецкое бюро телеканала Интер. Вы смотрите подробности и вот о чем узнаете во второй части программы. Что реформа нам готовит? Гройсман презентовал пенсионные инновации. Чего ожидать украинцам? Законотворческий игнор. Почему нардепы снова стопорят работу в сессионном зале? Уголовное производство за невывезенный мусор открыла Львовская областная прокуратура. Во Львове переполнены треть всех контейнеров для сбора отходов. Из некоторых районов их не вывозят несколько недель кряду. А это чревато вспышками инфекционных заболеваний. Для начала в полиции ждут подчиненных мэра Андрея Садового для дачи показаний. Викликают на допит всіх членів комісії по надзвичайній ситуації. І це робиться якось так раптово, тому що в 10-й ранку принесли повістки, вже негайно йти. Будь ласка, вони прийдуть, переговорять. Проводяться першочергові слідчі дії. Це порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням. Троих человек арестовали после вчерашней массовой драки в Ольшанах под Харьковом. В числе задержанных депутат облсовета Алексей Литвинов. Напомню, в поселке произошла перестрелка с участием местных ромов. Один из них погиб, еще четверо ранены. В случившемся ромы винят чиновника. Подробнее Светлана Шикера. Возле Ольшанского постсовета и детсада сегодня усиленные полицейские патрули. Я за внуком пришел. Может быть, все. Никто не будет, пока не будет. Все тихо, спокойно. И милиция же рядом. По Ольшанам прошел слух. После вчерашнего ЧП будут собирать подписи за то, чтобы отселить ромов из поселка. Жители слышат об этом впервые. И мнения о ромах у них разные. У нас все мирно. У меня друзей цыгане. Они адекватно есть. Есть плохие, есть хорошие. Мы мирно живем. На самом деле цыганы на праве, они постоянно тут ставят акцент на том, что они коренные жители, с 90-х они держат Ольшану, постоянно угрожают, и часто люди, ну, местные жители ходят в страх. А эта женщина была свидетелем вчерашней потасовки. Ну, как они обычно, крики, маты, молотки, биты, даже женщины бегали с битами, совсем. То есть беспредел полный. Мы в шоке, мы такого никогда не видели. Четверо ромов, которые получили во время стычки ранения, сегодня вышли из больницы. Григорий Каспицкий показывает свои травмы. Та дубинка резиновая ударили. Получается, отсюда и сюда. Вот. Тут разрубана голова. И говорит, кто в него стрелял. По словам пострадавшего, это Евгений Криворучко, бизнесмен, владелец местного ресторана. Это я видел, да, как он достал и стрелял. У моего брата стрельнул в спину. Он расходит, хромает. А чего стрелял? Пневмат. Да, вытягивали пулю. С утра полиция отчиталась. Арестованы двое мужчин по подозрению в хулиганстве. Ромы негодуют. Основные зачинщики на свободе. Из доставленных не обнаружили тех, на кого указывают потерпевшие. Это те так называемые чеченцы. Их там не было в райделе. Ночью данные граждане продолжили отдыхать и оскорблять людей. После обеда в областной прокуратуре сообщили, взят под стражу еще один активный участник драки, депутат облсовета Алексей Литвинов. По словам ромов, именно он пригласил их для выяснения отношений и тоже стрелял. За нашу версию, это побутовый конфликт между двумя особами, который стався не так давно, на початку травня. На даний час у нас немає будь-яких доказів того, що цей конфлікт був
тривав довгий час і що він має національне підґрунтя. Впрочем, кто именно убил Николая Каспицкого и из какого оружия, следствие еще не выяснило. Идут экспертизы. Светлана Шикера, Александр Яновский. Подробности телеканал Интер, Харьковская область. Досудебное следствие по делу Рівненської янтарной мафии завершено. Генпрокуратура передала материалы в Печерский суд Киева. Об этом в Фейсбуке сообщил глава ГПУ Юрий Луценко. Напомню, прошлым летом по Рівненской области прокатилась волна задержаний от зампрокурора до бригады старателей. Но за решеткой всего двое. Бывший зампрокурора региона Андрей Боровик и экс-руководитель Сарненской прокуратуры Вадим Топольский. Остальные пошли на сотрудничество со следствием и их отпустили. В регионе прошло 180 обысков, изъяли 160 тысяч долларов и 4 тысячи евро золота и оружия. И вот в Генпрокуратуре считают, что собрали достаточно доказательств, чтобы отправить за решетку организаторов мафии. Санкції статей, яким інкримінується, обвинувачується відповідні особи, передбачає до 12 років позбавлення волі. Так, колишній заступник прокурора Рівненської області обвинувачується у створенні та керівництві злочинною організацією. В то же время добыча янтаря продолжается. Масштабы небывалые. Только этой ночью сотрудники прокуратуры и СБУ изъяли в Рівненской области 500 килограммов солнечного камня, который планировали вывезти в Польшу. За Павлом Шереметом не следили. В парламентском комитете по свободе слова рассказали о некоторых деталях допроса бывшего СБУшника Игоря Устименко. Его, напомню, заметили неподалеку от дома журналиста в ночь, когда была заложена под машину взрывчатка. По словам главы комитета Виктории Сюмар, в ту ночь Устименко следил за другим человеком, не связанным с делом Шеремета. Эту информацию ей сообщили в нацполиции. А замглавы СБУ Михаил Глуговский рассказал, что Устименко служил в спецподразделении «Альфа». Работал в Крымском управлении, а после аннексии полуострова был переведен в Одессу. Уволился по состоянию здоровья. Напомню, на прошлой неделе авторы фильма «Убийство Павла» нашли многих возможных свидетелей, которые были не опрошены полицией. Среди них был и экс-сотрудник СБУ Игорь Устименко. Пенсии вырастут, пенсионный возраст нет. Не будут облагать налогом и работающих пенсионеров. Эти и другие новшества пенсионной реформы презентовали сегодня на заседании правительства. Когда стартует реформа, знает Ирина Романова. Прежде чем отправить законопроект в Верховную Раду, премьер презентует многострадальный документ министрам. Начиная с цифр. Две трети пенсионеров, говорит, сегодня получают минималку – 1312 гривен. Это вдвое меньше размера потребительской корзины. Необходимость повышения выплат назрела давно. Мы майже втричі піднімаємо ту цифру, з якої розраховується пенсія. Якщо раніше вона була 1197 гривень, ви це бачили раніше? То зараз це 3764 гривні. Фактично 5 мільйонів 620 тисяч українських пенсіонерів з 1 жовтня після прийняття цього закону отримують підвищену пенсію. А вот спеціальні пенсії ліквідують, відкажуться і від налогообложення працюючих пенсіонерів. Не будуть призначатися спеціальні пенсії там прокурорам, суддям, державним службовцям. Де щодо скасування оподаткування пенсій працюючим пенсіонерів. Це була тимчасова річ. Для представителей так называемых вредных профессий, которым закон позволял выходить на пенсию раньше, ничего не изменится. Не увеличится и пенсионный возраст, уверяют в Кабмине. Загальний пенсійний вік в Україні не змінюватиметься. Люди матимуть право виходу на пенсію в 60 років, коли їм виповнюється 60 років, якщо в них буде необхідний страховий стаж. Необхідний страховий стаж – 25 років. Якщо він менше, поработати прийдеться довше. Такі люди будуть мати можливість виходу на пенсію 63 роки, а якщо у людей є менше 15 років стажу, відповідним 65. Я вже зараз 39 років маю свій трудовий стаж 23 роки. Через 2 роки в мене вже буде достатній страховий стаж, для того, щоб при виході на пенсію в 60 років отримати 25 років страхового стажу. Предусматривает законопроект и возможность докупить недостающий стаж. Ты маєш 24 роки трудового стажу, але ти досяг 60 років, що тобі робити? Ти можеш компенсувати вартість одного року, двох, трьох, чотирьох, п'яти шляхом внесків до відповідного пенсійного фонду.
Еще обещают, в правительстве пенсии будут ежегодно индексировать. Для их повышения в 2017-м нужно минимум 4 миллиарда гривен. И эти деньги уже есть, заверил премьер. Я беру на себе повную ответственность за позитивный результат для украинских пенсионеров. Готовый нести за это абсолютно полностью свою персональную политическую ответственность. Очередную индексацию соцстандартов планировали с 1 декабря, но реформа стартует с 1 октября, и тогда же повысят пенсии. Если, конечно, законопроект поддержит Совет реформ при президенте и парламент. В Кабмине надеются, что депутаты проголосуют за него еще до летних каникул, чтобы у чиновников хватило времени пересчитать все выплаты. Ирина Романова, Сергей Ведмедь, подробности, телеканал Интер. Слышали о пенсионной реформе и в парламенте, и охотно комментировали. А вот законопроекты, которые сами же внесли в повестку дня, рассматривать не хотели. Все подробности в моем материале. Сегодняшняя повестка дня депутатов на одну страницу. В перечне только вопросы ратификации и пара законов. Не законотворчество, а реакция на происходящее вне парламентских стен. И первым делом нардепы охотно комментируют безвиз, нарезая при этом новые задачи стране. Нам пришлося чекати 12 років цієї події. І це дійсно історична подія. Це дуже довго. Жодна країна Європейського Союзу так довго не чекала після того, як односторонньо відмовилася від віз. Що зараз? Як показує практика Грузії, відмов масовому у в'їзді і перешкод немає. Тому я не думаю, що будуть проблеми. Але безумовно, що це мають бути туристичні подорожі. Європейська інтеграція залежить не тільки від влади. Вона залежить і від громадян України, які хочуть стати європейцями. Зараз перший крок. Громадяни України можуть поїхати, подивитися, як живе Європа, і про те, як європейці беруть на себе відповідальність за своє життя. Далі це визнання треба кожного дня доводити тяжкою боротьбою на ринках світу – економічних, політичних і соціальних. Чим? Створенням якісних умов проживання людей в країні. Тут, в країні, якісна медична реформа, якісна пенсійна реформа, якісна економічна реформа, в тому числі земельна. Крім безвізу, в кулуарах всі говорять о реформах. І поки в Кабміні законопроекти презентують, в Раді ждуть, коли хоч щось покажуть депутатам. Те, що стосується пенсійної реформи, ми тільки чуємо про те, що є якийсь невідомий законопроект, який вже третій місяць їде на валах в парламент і ніяк не доїде з уряду через вулицю. Тому це є найгірше. Можна заповнювати порядок денний будь-якими другорядними питаннями, але ж це не буде означати, що парламент працює повноцінно. Чутливе питання, як пенсійна реформа, як земельна реформа. Це питання, яке стосується не парламенту, не цих людей, які сидять в залі. Це питання, яке стосується людей, які працюють і або відпрацювали, і знаходяться на пенсії. Це 15 мільйонів людей в країні, які повинні знати, що їх чекає. І якщо буде кулуарне таке між собою чи договорняк, то це шлях нікуди. Ну а в залі депутати вяло голосують. По несколько раз із нескольких попыток. З трудом ратифіцировали договор з Хорватією і соглашення з Чехією. І перейшли к єдинственно важному сьогодні документу – законопроекту о безплатном питанні для дітей-переселенців. В залі появились даже два альтернативних документа. Ми розробили і пропонуємо на ваш розгляд проект закону, яким передбачено посилення соціального захисту дітей шкільного і дошкільного віку числа вимушених переселенців. А саме, це забезпечення їх безкоштовним харчуванням. Мій альтернативний законопроект 3459-1 розширює дії попереднього законопроекту і зачіпає такі вікові категорії, як середній та старший шкільний вік. В итоге в первом чтении утвердили альтернативную версию закона. И если документ пройдет во втором чтении, то почти 200 тысяч детей, дошкольников и студентов-переселенцев будут питаться бесплатно. Из госказны на это потратят 323 миллиона гривен из расчета 10 гривен на ребенка в день. На этом позитивном голосовании голосования закончились. С трудом собрав в зале сотню депутатов, в Раде хотели назначить парламентские слушания. Час пытались, и все тщетно. В итоге заседание закрыли. Досрочно. Екатерина Лысенко, Анна Каменева, Владимир Самченко, Геннадий Никеенко. Подробности телеканал Интер.
Завтра состоится судебное заседание по делу о госизмене Януковича. Но, как уверен нардеп Сергей Каплин, отвечать перед законом должен не только он, но и его последователи. По словам нардепа, имущество, конфискованное в Межигорье 3 года назад, до сих пор никто в глаза не видел. Остается загадкой, кто присвоил джипы, деньги и коллекционное оружие. Однако Сергей Каплин уверен, в повторном грабеже украинцев замешан лидер радикальной партии Олег Ляшко. Каплин подал заявление о расследовании факта мародерства в Генпрокуратуру и НАБУ. Вся країна побачила нові декларації політиків. Безліч джипів, зокрема броньованих, святі мощі і зброю, яка в одиничних, унікальних варіантах є на руках у надзвичайно багатих людей. Звідки все це добро? Відповідь на це запитання дає відео, опубліковане Ляшком раніше, а пізніше видалене, в якому чітко зазначено, що Олег Ляшко разом із своєю так званою фракцією займалися мародерством, здирництвом і рейдерством. Ми вимагаємо притягти до кримінальної відповідальності Ляшка і всю його нечестиву зграю. Во Франции объявили состав нового правительства. Его возглавит премьер Эдуард Филипп. Всего в состав французского кабмина войдут 18 министров. Бывший мэр Лиона Жерар Калон назначен главой МВД, а депутат Европарламента Сильви Гулар – министром обороны. МИД возглавит уже бывший министр обороны Жан-Ив Ледриан, а руководить Минэкономики будет Брюно Ле Мэр. Свое первое заседание новое правительство проведет уже завтра. И сегодня же во Франции стартует одно из ключевых событий мирового кинематографа – Каннский фестиваль. В этом году он юбилейный, 70-й. Откроет его конкурсная лента «Призраки Исмаэля» Арна де Плюшена. В основной программе и лента украинского режиссера Сергея Лазницы «Кроткая». Всего на золотую пальмовую ветвь претендует 18 картин. Жюри конкурса возглавит культовый испанский режиссер Педро Альмодовар. Компанию ему составит Уилл Смит, Ума Турман и другие звезды кино. Церемонию открытия и закрытия будет вести итальянская актриса Моника Беллуччи. Обладатели главных наград Каннского фестиваля 2017 станут известны 23 мая. А в Киеве сегодня первый день международного фестиваля «Книжный арсенал». Среди сотен новинок его посетители смогут увидеть также мультимедийный проект известной киевской художницы Зинаиды «Грущевка». Он посвящен легендарной Феодосии Плитки-Сарахан, собирательнице гуцульского фольклора из карпатского села Криворовня. Она скончалась этой зимой в возрасте 95 лет. Проект «Грущевка» объединяет 12 видеоработ о философских представлениях этой женщины из древнего карпатского села. Маленькая женщина Теодозия из маленького села Криворивни в Ивано-Франковском районе, у которой была очень сложная жизнь, но которая осталась любящей в первую очередь людей. Одесія була однією з таких сильних жінок українок, шляхетних українок, з дуже таким духовним серцем і дуже чистим розумом, і свої життя, яке вона поклала саме на вклала в як вклад в українську культуру, може бути як наслідком для як примером, як прикладом для унаслідування сьогоднішнього покоління. Тему конфликтов и компромиссов на картинах представила бывший народный депутат Ирина Акимова. Своими работами она призывает украинцев сохранять гармонию как в семье, так и во всем мире. Именно поэтому на открытии выставки под названием «Непридуманные зарисовки» автор представила рисунки из обыденной жизни. По словам Акимовой, живописью она начала увлекаться несколько лет назад. Это уже вторая ее выставка. Художница посредством холста и красок пытается показать, что компромисс – это искусство. А в основе всего лежит женское начало. В мире, в котором мы живем, количество конфликтов в семье, в стране, между странами очень большое. И конфликты всегда создают напряженность, неопределенность. Они вызывают страх у людей. Конфликты могут двигать нас вперед, но только в том случае, если они разрешаются цивилизованным путем. Поиск разумного компромисса, я его называю конструктивный компромисс. Это тема серии «Невыдуманные истории», «Невыдуманные цветочные истории». Мне кажется, что поиск этого компромисса в самом широком смысле слова – это то, в чем сейчас нуждается и Украина, и, в общем-то, весь мир. С
следите за развитием событий на нашем сайте подробности.ua. А в прямом эфире увидимся уже завтра. Хорошего вам вечера и до встречи.